Что может быть лучше в летний зной, чем искупаться в реке или в море? Позагорать на пляже, хорошо отдохнуть. Но для того, чтобы отдых на воде был по-настоящему полноценным и безопасным, нужно об этом позаботиться. И, конечно, нельзя забывать, что именно на взрослых возложена ответственность за жизнь и здоровье детей. В нашем городе, как известно, есть отличный сертифицированный городской пляж, где созданы все необходимые условия для безопасного купания славянцев и гостей Кубани всех возрастов. Казалось бы, чего еще желать? Пляж расположен очень удобно, в центре города. Приходи и наслаждайся речной прохладой. Но все ли выбирают настоящую безопасность? Чтобы выяснить это, рейдовая группа проехала вдоль речного берега от поселка Кубриз до поселка Совхозного, обследовав прибрежные городские места. К сожалению, местные жители не только располагались в густолиственной тени деревьев, но и вполне спокойно купались в совершенно неприспособленных для этого местах. Наши рейды показывают, что население, как они нам объясняют, рассказывают, что мы все время здесь купались и будем продолжать купаться. Продолжают, тем не менее, находить себе прохладные места и входить в воду в небезопасных местах. У нас есть в городе специально оборудованный пляж. Он находится в центральной части нашего города на реке Протока, куда можно бесплатно с 8 утра до 8 вечера приходить и наслаждаться прохладными водами нашей реки. Выходит так, что взрослые не только нередко не контролируют времяпровождение детей, но и разрешают им купаться и даже сами показывают им нехороший пример, купаясь в необорудованных местах. Специальные таблички с запрещением купания не останавливают желающих. Безусловно, те, кто нарушает, будут наказаны административно. Мы проводим и встречи с родителями, и встречи с общественностью по итогам рейдов, где объясняем, рассказываем о ситуации, которая может произойти. Желание купаться в любом неприспособленном для этого месте вызывает серьезную озабоченность властей. Краевая статистика утонувших в нынешнем году неутешительна, и практически все люди тонут на так называемых диких пляжах. Безответственность в вопросах организации летнего отдыха на воде, особенно это касается детей, совершенно недопустима. Хочется предостеречь от купания в неподходящих местах, от безнадзорного пребывания детей вблизи воды. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».